Всем привет, дорогие подписюны! Сегодня у нас на канале обзор маркера Dolpsack. Посмотрим, что это за чудо-зверь, ебать, и узнаем, насколько он... Данный маркер... Данный маркер представляет из себя классическую пятнаху, несмотря на то, что на корпусе написано 12 мм, но выглядит он как пятнаха со скошенным пером. Как это влияет на письмо? Дерьмово, если честно, потому что пропитка у него отстойная, и скошенное перо не дает себе никаких преимуществ, даже там для каллиграфии и прочей залупения. Соответственно, Маркос идет на основе Permanent Ink, ебать, то есть как бы чернила обычно, это обычный пермач, в общем, как и любой маркер, который ты в канцелярии можешь купить и так далее. Баффится он легко спиртом и спиртосодержащими продуктами, такими как... Слушай, да что я тебе объясняю? Ладно, короче, понял, с притягой, ебать, водка, бахнул, и все, все. Соответственно, встает вопрос, а вообще зачем покупать этот маркер? То есть, на бумаге он рисует так себе, на улице тем более, это все-таки пермач, и перо у него засорится, и ты его поменять не сможешь. Так для чего он нужен? Хуй его знает. Ладно. В общем, его можно затестить на непосредственно каких-то металлических залупах, всяких разных. Провести, так сказать, above-тест, и мы его не будем проводить, знаешь почему? Потому что он, сука, баффится с водяры ебаны, которой у нас нет. В общем, с момента записи основного видоса прошло несколько дней. Я попробовал этот маркос в различных условиях, потегал на всяких металлических поверхностях, на остановках автобусных и так далее, то есть на пластике, там, стекле, и, в принципе, понял, что им можно работать по... гладкой поверхности, типа спокойно. Обязательное условие, что она должна быть не запыленной, потому что, как я уже говорил ранее, перо у этого маркера не сменное, и если ты его засрешь, маркос отправляется в помоечку. На пластике он дает такой синий оттенок, он при свете красноватым, но типа это синий. И, соответственно, линия не очень плотная, про это я говорил раньше, и это именно то, что меня смутило, когда я его открыл в первый раз. То есть я такой, хы, офигенский маркер, надо затестить. Беру бумажку, делаю вот так вот, и вижу вот это. Ну, то есть вот тут, да, сейчас было плотненько, потому что я придавил, но здесь вот такая, типа, рваная структура. Это, конечно, может быть прикольно, но когда ты ждешь вот такой линии, вот такое видеть неприкольно. Чем быстрее ты ведешь, там, типа, то у тебя больше вероятность вот таких вот косячков. Соответственно, если ты хочешь что-то плотное, надо вести медленно, надавливать. И, короче, не факт, что, типа, это плотное там получится. Но, опять же таки, говорю, что эффект можно прикольно сделать, но это не совсем то, что хочет, например, каждый, кто покупает этот маркер. Скошенное перо дает вот такие вот тонкие линии. Ну, точнее, это не совсем скошенное перо, это скорее прямоугольное перо со срезом, типа... У скошенного пера еще вот эти грани сточены под углом, чтобы делать всякие каллиграфические штуки здесь. Оно может писать так, так, ну и вот так, соответственно. То есть здесь просто угол, рабочий угол, он не 90 градусов, а где-то 45. Вот. Что еще хотел сказать? Ну вот еще типа картоночка есть такая уплотненная. Вообще как не знаю что. Ну, на металле, короче, маркер ведет себя точно так же, вот если гладкий металл, в принципе, будет то же самое. Вот, ну и, как я уже говорил раньше, баффится он спиртом, и это просто обычный пермач. Соответственно, бумаги ты можешь им заливать какие-то, может, большие объемы, вот, но он будет иметь свой характерный какой-то оттенок, там, при свете, например, вот так вот, да, сделаем. Но... В жизни он выглядит так, типа, как матовый такой черно-синий, что-то типа такого. Запах он имеет такой рисковатый, но это как бы у многих перманентных маркеров такая тема, и у всех он разный. Вот, ну, что, перейдем тогда к финальной части, где я уже сделаю выводы, и на этом закончим видос. Подводя итог, могу сказать, что маркос не стоит своих денег, но... А, нет, это уже был. Подводя итог, могу сказать, что маркер довольно интересный. Это классический силуэт пятнашки. Дизайн прикольный, идея прикольная, но реализация такая себе. Вот, поэтому к покупке я его не рекомендую. Если ты хочешь себе какой-то нормальный тегер, либо маркеры для бумаги, я могу снять отдельный видос.
чем пользуюсь я, и, соответственно, из этого уже можно делать какие-то выводы. Ну, это все. Спасибо за просмотр. Ставь пожилой Луцк, подписочку, комментик не забудь, потому что это помогает моему пожилому телу развиваться, двигаться вперед. У нас уже почти 200 подписчиков, это и уже охуеть как много для меня лично. И цель — косарь к лету, мы вместе справимся. Вот. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, как говорит Хикан. Всем пока. Чмок в пупок. Я вам смонтирую, типа попал, да?